подсобное помещение, зона погрузки, выгрузки, первый этаж. Потолки сейчас до перекрытия 4 метра. Витражные окна, вход. Здесь можно вот установить мокрые точки. И запасной выход на улицу. Своя огороженная территория. Земля в собственности. Второй этаж, лифтовая шахта. Шестьдесят, да, пока? Угу. Киловатт, возможность увеличения. Завтра будет 120, уже как раз шахта. Да. Идентично с первым этажом, тоже мокрые точки. Здесь возможность установления. И такой вот кабинетик. Как и на первом этаже похоже все. Здесь лестница. Здесь лестница, вход на второй этаж вот с этой вот лестницы.